Друзья, привет, Фикспрайс, Индустриальный 34, Санкт-Петербург. Покажу вам новинки, полезные товары в этом магазине. Вторая часть будет из магазина Stockmann. Покажу вам игрушки новогодние ручной работы, очень красивые, стоит увидеть. Потом будет долгожданный поход в музей. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на телеграм-канал. Я туда выкладываю и прогулки, и видео. Приятного вам просмотра. Декоративный домик 18 на 15 и 12 сантиметров, изготовленный из фанеры. Если туда поместить светодиодную свечу или какую-нибудь светодиодную ниточку, будет очень красиво. Есть светлые и коричневые домики, производитель Москва, 249 рублей. Настольная декорация и инсталляция с подсветкой, размер 13,5 сантиметров. Она многослойная, и когда включается подсветка, получается эффект 3D. Есть разные формы, есть темные декорации, есть светлые. Фанера работает от батареек, естественно. Производитель Москва, 199 рублей. Фигурное мыло. С Новым годом, 55 рублей. Форма для выпечки из силикона в виде елочки, 124 рубля. Собачек и слоников то ли не выставили, то ли не привезли, зато привезли свечи, песочные часы Макси. Сделаны из парафина, очень большие. Четыре расцветки. Белые, серые. И коричневые, и какие-то там бордовые. 229 рублей. И посмотрите, здесь какие красивые шкатулки, полностью сделаны из стекла. Оказывается, большие стоят 399 рублей, а маленькие 299 рублей. И есть черные, как я вам вчера показывала. Новые подсвечники также сделаны полностью из стекла. Низ покрашен под золото, а так они светло-коричневые. Три рисунка объемных. Листочки. И такой вариант. 124 рубля. Спрей «Жидкий утюг» 160 мл, 79 рублей. Я вам подробно рассказывала в предыдущем обзоре. Также привезли пятновыводитель на основе активного кислорода. Большая стирка. 174,50. Защита белья от окрашивания. Пятновыводитель. 20 салфеток. 99 рублей. Стиральный порошок «Сарма Актив» подходит для стирки белого и цветного белья с комплексом энзимов против пятен. 2 килограмма 400 граммов, 399 рублей. Большой выбор контейнеров с новогодними рисунками для хранения. Это новый контейнер на 8,5 литров. Производитель город Тольятти. Есть крышка, защелки, 299 рублей. Светильник-ночник-шар с теплым светом, с кабелем USB 90 сантиметров. Подставка сделана из дерева, а шар сделан полностью из стекла. Световой поток 110 люменов и срок службы светодиодов 10 тысяч часов. Это много. Есть все варианты. Змейка, галактика. Вот так все это выглядит. И цена 349 рублей. Спонжи для макияжа, 3 штучки, 199 рублей. Также есть еще в продаже корректирующие очки для чтения, 249 рублей. Портативное зарядное устройство с держателем для телефона и кабелем USB 30 см, 349 рублей. Щетка-скребок для автомобиля, сделан из полипропилена, ЭВА и стали. Таких не было в продаже. И пока цены не было, все вот такого яркого оранжевого цвета. Чайник на 1,5 литра, сделан из стекла, полипропилен, крышка и ручка. Сито сделано из нержавеющей стали, 349 рублей.
мятные, черные и бежевые. Все еще есть в продаже чайники на литр 100 по 249 рублей. Золотая посуда. Блюдо для закусок 19 сантиметров, для селедочки, для нарезки. У меня такие две штуки. 83 рубля. Поднос сервировочный на ножках. Ножки складываются. Состав дерева. Какое? Непонятно. Размер 33 на 18 и 13 сантиметров. 299 рублей. Также есть овальный поднос. Стоит столько же. Размер 29 на 19 и 9 сантиметров. Также дерево. Ножки складываются. В пару к помидорчикам поступили огурцы, маринованные на уксусной кислоте, стерилизованные. Хороший состав. Масса нет 680 граммов. Россия, Белгородская область. 99 рублей. Мы все еще находимся в магазине «Стокман» в Невском центре. Решили спуститься и выпить чашечку кофе, съесть вкусный пирожок. И на цокольном этаже есть вот такой огромный магазин. Тут и кафе, и продают еду, и кулинарию, и все, что душе угодно. Очень-очень вкусный кофе и вкусные пирожки. Просто рекомендую, кто будет, заходите. Самоварчик. Тут же на цокольном этаже продаются игрушки стеклянные, ручной работы, куклы всевозможные, также ручная работа. Все, конечно, очень дорого. Но просмотр бесплатный. Пожалуйста, смотрите, трогайте. А это такие красивые свечи. Посмотрели мы внизу все игрушечки. Сняла специально для вас эту красоту. А потом опять поднимемся на верхний этаж. Там также посмотрим новогоднюю красоту. Новогодний базар. Где можно, я цены, конечно, показываю. Вот. Их прекрасно видно. Но некоторые вещи даже не рискнула брать в руки. Очень опасно. Дорого заплатить. Покупать. Так что остальную часть я опять покажу вам под музыку.
look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Number one, 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 one. Whoa.
Друзья, на этом пока все. Спасибо вам большое за внимание. И вчера я пошла опять в центр погулять. И потом решилась пойти в музей. Очень хороший. Мы уже с вами там были года полтора назад. Но я первый раз иду в музей одна. Очень долго решалась. Ну, сначала, конечно же, кофе. Пирожные я не ем. Только смотрю. В общем, сегодня мы только дойдем до этого музея. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам самого хорошего. И пока. Все самое интересное будет впереди. Повесили. Да, видимо, светит, когда темно. Мы с вами отсюда на кораблике отплывали в этом году два раза. Красивая витрина. Это набережная Фонтанки. Вот куда мы идем, музей Фаберже.